Съезд Общероссийского народного фронта состоялся в международном выставочном центре «Крокус-Экспо». В нем приняли участие более 4000 активистов движения, экспертов, народных контролеров, представителей волонтерских и добровольческих объединений. Главная тема съезда – народный контроль за исполнением майского указа президента России. Владимир Путин приехал на съезд и встретился с избранным на нем новым составом Центрального штаба ОНФ, выступил перед делегатами. Теперь нам нужно сделать следующий, гораздо более ответственный и гораздо более масштабный, а значит, гораздо более сложный шаг. Нужно в гражданских отраслях, промышленности, науке, образовании, здравоохранении, в развитии инфраструктуры сделать то, что мы с вами сделали и в сфере обеспечения обороноспособности страны. Сделать прорыв по всем этим направлениям. Президент России наметил три основные задачи, которые стоят перед Общероссийским народным фронтом, как перед объединяющим широкие слои населения общественным движением. Итак, контроль, поддержка и участие. Вот без этих направлений сделать почти будет ничего невозможно. Я вас призываю самым активным образом включиться в эту работу. И если это будет так, а я надеюсь, что так и будет, тогда мы действительно построим страну, о которой мечтаем. В съезде Общероссийского народного фронта приняли участие активисты движения из Щелковского района. Нам очень близка его мысль, которую он замечательно закончил. Это глобальное мероприятие со словами «Твори». Мы бы добавили еще, что мы делаем в ежедневном «Дерзай, твори». На съезде было представлено разработанное ОНФ мобильное приложение «Народный контролер», которое позволит проследить, как исполнение указов президента и реализация национальных проектов влияет на качество жизни людей. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».